всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с новогодним спецвыпуском под названием «Битва эксперимента». Всем здорово! Ну а вот, чуваки, настал последний день 2023 года! И сегодня специально для нашего новогоднего ролика мы с Пашей собрали гигантскую коллекцию супертачек! Я бы даже сказал, это коллекция победителей, коллекция рекордсменов, ведь эти машины все занимали первые места в экспериментах! Поэтому сегодня, чуваки, мы выберем с Пашей ровно две машины себе на испытание и проведем зимнюю олимпиаду! Ну или же битву экспериментов! Ведь мы сегодня сразимся в эксперименте лестница, в эксперименте сломанная дорога, эксперимент подводные горки будет и эксперимент ямы! Чуваки, вот такая у нас получается новогодняя олимпиадка! Тем более, часто я видел в комментариях именно такую идею, которую вы предлагали на протяжении всего года! Вот мы и снимаем такой крутой ролик! Поэтому надеюсь, вам ролик понравится, лайкосом его поддержите! Ну а перед началом хочу вам пожелать по традиции приятного просмотра, приятнейшего аппетита, кто сейчас кушает! Ну и, чуваки, крутейшего, новогоднейшего, настроенчего! Ну а мы тогда не будем тянуть, погнали уже проверять сегодня свою удачу! Посмотрим, кому сегодня повезет больше, кто выбьет самую крутую тачку. Но на самом деле, крутых тачек тут много. Их ровно 23 штуки. Потому что у нас какой год заканчивается? 2023. Поэтому 23 машины. Yes! Есть летающие тачки, быстрые машины, прыгающие ареновароские, реактивные машины. Также такие волки с крыльями. Летающие! Вот это самое читерство. Ладно, так что у нас есть гиганты, бигфуты, белазы. А вот белазов нету. И молнии Маккуины. И мотоциклы. Мотоциклы! Также мотоциклы. Тоже читерские тачки. Не надо их недооценивать. Они умеют гладить. Давайте тогда уже выберем, ребята, две машины и посмотрим сегодня, на каких экспериментах они победят, а каких не победят. Ладно, вы этого ждали очень долго. Сразимся мы на снежки. Кто первый побеждает, тот получается первый выбирает машину. Готов, Паша? Готов. Раз, два, три. Главное в бошку. Опа, погнали. На! Хэдшот будет, тихо, хэдшот будет. Тихо, я возьму. Давай, первый удар, второй удар. Подожди, третий удар. Давай. А! Ай! Ой-ой-ой-ой! Здравствуйте, извините! Пропустите! Смотри, нет! Смотри, нет! Да, если... Это что такое? Паша! Слушай, блин, я стыковичный! Ай! Это что? Я встать даже не могу! Подожди! Ты как это сделал? Откуда они у тебя вылетают? Помогите! Это незаконно! У него пулемет под курткой, ребята, снежный какой-то! Так, давай, доставай его! Вот я ж говорю! Ладно, давайте узнаем, что будет Паше первым танцеваться. Машины, ребята, 23 штуки сегодня. От 1 до 23 спросим. Пусть это будет Стромберг, он только в подводных горках хорош. Так. Алиса, ну-ка, выбери ему первую тачку от 1 до 23. Так, Алиса, давай-ка выбери мне реактивную. 10. О! Десятка! Это получается 10? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Идем на второй раунд, и тут... Так? 10! Нет! Мотик! 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 В смысле мотик? Какого фига мотик-то? Ой-ой-ой! Моё! Знаешь, в чем он не проедет? В подводных горках! Он утопится на первом раунде! Стопудово! Да-да-да! Ну, да, в остальных трех экспериментах я Алиса, тебя побью! Смотри, выбери для меня число от 1 до 23! Так, Алиса, давай-ка называй что-то ему фиговое! 4! 4! 4! 4? Раз, два, три, 4! Да! Реактивная тачка! Смотри, реактивная тачка, она хороша! И в эксперименте лестница в сломанной дороге вроде реактивные тачки до конца не доезжали, но где-то середину преодолевали. Нормально, нормально, чуваки. Реактивный Nissan GT-R. Теперь Паша на очередь. А какая моя вторая машина? Давай, вторая машина для Паши. Также 23 называем, пустые места пропускаем. Итак, Алиса, назови число. Yes. От 1 до 23. Так, Алиса, давай, пожалуйста, выбери мне что-то крутое. Число 23. Чё? 23? Это последняя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче, это ламба. Нет! Гигант-машина! Ламбар-джамбар! Самая последняя, 23-я. Да ты! Я честно ее хотел, ребята. Именно я хотел ее. Офигеть! Салатовая, лаймовая ламба. Так, запоминаем. Там еще 23-я. Две салатовые машины! Трындец! Ну и для меня, ребята, последнее число. Что у меня будет в коллекции на 4 эксперимента? Сегодня от 1 до 23. Так, Алиса, давай выберем ему развалюху. Выпало число 21. 21! Ну это чуть-чуть не рядом было. Получается... О! Ой! Да ладно! Если у Паши тут было 23, это 22, а вот это... Нет! 21. Это да! Слишком большое!
большая машина! Да, самая гигантская! Точила, ребята, ой-ой-ой! Ты понимаешь, что сегодня на экспериментах тебе кирдык будет? Паша! Это трындец! Это капец, я далеко улетел, конечно. Так, сегодня получается у меня есть синяя бэха и синий... Ой! Прости, извини, тормозов нету. Ой! Я сейчас и слово говорю на сатену. Две синие. О! Смотри, у меня две синие машины, а у тебя две зеленые. Чего? Это зеленки против синего. Это реально рандом решает. Ну что ж, чуваки, тогда переходим к первому нашему эксперименту. Ну что ж, чуваки, начинаем мы с нашей лесенки. У каждого есть по две машины. Это Ламба, Бека, Ниссан ГТР и мотоцикл. И сегодня, кто выше заберется по ступенькам лестницы вверх, тот и получит больше баллов. Ну а баллы, ребята, та-дам, сверху слева появляются. Давайте же узнаем, кто станет победителем нашей Олимпиады. Итак, я забираю сразу Ниссан, и у меня есть один плюс, которого нету у Паши. Это ускорение. А у тебя ты понимаешь? Нету глайда. Ой, и не надо мне, я и так справлюсь. Так, ребята, давайте проверим, кто из вас круче. Золотая медаль будет у меня. Берем разгон. А ты без разгона, да? Я помогу тебе. Раз, два, три. Погнали! Оба, вперед! Нифига себе! Я хотел его разойти немножко. Тихо, тихо! Во-во! Глади, глади, глади! Чу-чу-чу! Летит! Летит! Куда собрался? Так, так, так. Все! Синий уровень! Предел твой, серьезно! Так, так. Я возьму разгон побольше. Какой разгон? Все, попытки за расходом. Ну, давай, оставайся там. Так, аккуратно. Летим! Смотри, мастер, фломастер летит. Воу! Паша, у тебя баллы уменьшаются уже 10, 9, 8, 7. Иди ты попу, сейчас возьму разгон, не поднимутся. Свой рекорд, ребята, убрал. Так, смотрим, а мы будем лайфхачить. Немного с лесенки спускаться и вверх подниматься. Давай, 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 синий уровень, я синий долетаю. Уровень. Куда? Где он? Где он? Я вижу его. Я здорово! Ну опять! Дальше синего все равно не улетел. Пока что наравне идем. А я дальше тебя. А теперь я дальше тебя. Пока! Я еще раз возьму разгон. Давай, давай, давай. Там главное поймать, ребята, баланс на мотоцикле, когда гладишь. Кто смотрел скилл-тесты, пишите в комментариях. Вот там мы недавно гладили. Вот, 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 31. Готов проигрывать. Нет, нет, мне осталось буквально пару ступенек, у меня будет 32 балла. Или сколько там, 33. Давай, летит, летит. Осталось чуть-чуть, я уже лечу. Так, а я его могу сбить, чуваки? Так, 70 в Пашу. Стоять! Нет, нет, ну-ка, вперед! Сейчас я подобью. Давай! Почти! О, о, тихо. Раз, два, три. Берем ускорение. Погнали! От стены взял, от стены взял. Опа! Давай еще, давай еще. Так, я смогу. Так, 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 и вперед. Оп! Не-не, это было зря. Так, немного, ребята, помедленнее. Немного помедленнее. Нужно аккуратнее нам взять разгон. Где он? А ты где? Ты где? Ты где? Я разгон беру, я уже лечу. Разгон берет. Чуваки, у меня появилась идея. Давайте Пашу не пускать на последний уровень. Мы сейчас сделаем вот так, лайфхак. Я уже лечу. Летит, летит. Так, надеюсь, я меткий. Надеюсь, я меткий. Летит. Что ты пытаешься летит, летит. Делать? Опа, ай. Промахнулся. Ты куда что? Улетел? Вон он, вон он. Я нет. Улетел на 40-ю. Я хотел тебя привязать к ступеньке. Не получилось. Ладно, смотри, на изи берем и заедаем в самый верх. 40 баллов, идеально. О, миллиметраж. Еще я испугался даже. Все, сорокет у меня, сорокет у Паши. Ну это, ребята, читерские машины у нас выпали. Теперь переходим к гигантам. Ну ничего, чуваки, сейчас мы оторвемся по баллам точно, потому что у меня гигантский бумер. Посмотрите, правда, колеса кривые хитстали. Так, а как мне сесть с него? Давай, опа, запрыгнул. Все, все, победа дай. Я тебя могу раздавить. Давай, давай, что у тебя? Ламба, ламба, опа, 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 тихо. Ой, проблема. Пошла. Стой! А как мне развернуться теперь? Переверните меня! Вроде понемногу получается, ребята. Отлично. Все, стартуем. 3, 2, 1. Погнали! Эй, не заезжай. Нет, он специально под колеса заезжает. Все, ты понимаешь? Первый уровень. Первый уровень. Давай, 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 давай. Сорокет. Смотри, сорокет. 2 балла. Это трындец. Ребята, а у меня... А я прокачаю ламбу в Бигфут, 22. Да? Не, какая лама Бигфут? Не, Паша, у меня только будет BMW Бигфут сегодня. Вот так, задним ходом. Опа! Идеально, идеально. У меня понемногу по ступенечке забирается. Посмотрите. Ну, слушай, еще неизвестно. В следующих экспериментах я, например, могу застрять. О, точно! В сломанной дороге у меня колеса не провалятся. Они какие-то забагованные. Погоди, я еще смогу отыграть. Нет, 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 подожди. Давай! Вверх, вверх, чуваки. Так, аккуратненько, понемногу. Вроде получается. Давай! Задним ходом. Раз, понемногу, два, три. Я тебя догоняю. Эй, догоняет реально. Опа! Да-да-да, получилось, получилось. Давай! 23 балла, 23 балла. Оп!
Вперед, вперед. Слушай, я боюсь уже рисковать. Честно, я, мне кажется, я упаду. Так, ладно, последняя попытка. Разгон. И задом. Давай! Ай! Ну, немного, ну, сантиметр не хватает буквально. У меня уже 100% предел. Я больше не могу, она низкая. У меня 23 балла. Ой-ой-ой, а где это я? Я в моторе. Ой, как удобно мотор чинить, чуваки. Залез куда-нибудь и починил. У Паши 14. Да, на десятку почти больше. Ну что ж, чуваки, следующая очередь. Менять эксперимент и переходить ко второй сломанной дороге. Ну что ж, чуваки, тут у нас все просто. У каждого есть две тачки и также есть сломанная дорога. Чем дальше мы по ней будем ехать, тем сильнее она будет ломаться с каждым разом. И нашей целью будет доехать до самого конца. Это серый уровень. Ну что ж, баллы также, ребята, сверху, слева у нас остаются, продолжают накапливаться. О, я пойду с тобой. Ты же сегодня первый у нас, да, Паша? Давай. Проверим твой скилл. Так, у меня стопудов бэка про едащие ламбы, а вот мотоцикл умеет гладить, поэтому смотрим. Сейчас давайте привяжем его, чуваки. Ладно, едем. Опа, да ладно. Глади. Паша, меня потерял. Вперед. Еще разочек, чуваки. У каждого всего одна попытка. Но если падаешь, перезаезд. Давай. Главное, не падай. Так, давай, а я буду веревкой цепляться, как крюком. Опа, меня не потеряй. Так, тихо. Ну-ка. Мне кажется, у него не получится. Серый уровень приземляется. Паша! Ой! Опа! Сколько? Безвыходная ситуация! Ты на меня приземлился! Ой-ой-ой! Все! Башка моя была на 23! Ой, на 33! Ну что ж, 33 коровы у Паши, переходим к моей попытке! Главное, чуваки, еще раз, всего есть одна попытка. Одна. Если я улетаю, перезаезд, то есть вторая дополнительная. Давай. Так, даю, смотрим. Главное выстроиться ровно, чтобы я в бок не улетел. Аккуратно. Раз, смотри, тише едешь, два, дальше три. Будешь. Нет, дальше я быстрее буду. Так, давай. Ускорение. Главное, дальше серого уровня. Вперед! Нет, о, да. Да, нет, да, и вверх. Нет. Давай! Это перелет. Да, это перелет. А я сказал, если улетаем, перезаезд. Трындец! Со второго раза такое может и не получиться. Давай, машина. Раз, готов. Два, погнал. Три. Давай, даю. Все, едем. А прикинь, сейчас не получится. Так, ускорение. Надеюсь, будет синий надеюсь, уровень. Надеюсь, будет нормально. Ускорение. И погнали. Трындец. 28! Ой, я что с моим Ниссаном? Ну, слушай, немного дальше ты проехал, но у нас следующие тачки это гиганты! У меня также, ребята, BMW-ха, Bigfoot, у Паши это Lamborghini, а у меня Mercedes, ладно. Ну, наполовину Mercedes, хотел сказать BMW. Так, значит, как мне сесть? Сесть в машину надо. Опа, карочки залезли. Я еду первый, постараюсь. Что? Давай постараюсь. Это что еще было, чуваки? Смотрим, сверху все видно. Давай, я смотрю, Паша, наблюдаю. Синий! Да ладно! Зря ты наклонил тачку, ты мог ровно приземлиться бы! Ай-яй-яй! Ладно, моя... какое препятствие, Паша? Я не объеду! Уходи! Вперед! Паша! Я улетел! Это значит перезаезд, ребята. Если улетаем, вторая попытка дополнительная. У меня 16! 16! 16! А у меня, смотри, сколько так! Едем, катим. У меня очень много. Мерседес колеса решают. Давай. Ай-яй-яй. Раскачка. Расколбас пошел. Главное тормозить. Оп. Да ладно. Засейвился. И я получаю, чуваки. Давайте ознакомимся, сколько баллов у меня. Итак, у меня целых получается... Оп. 35. Ну что ж, переходим к следующему испытанию. Ну а теперь, ребята, следующий эксперимент называется «Подводные горки». Вот тут моя коллекция точно будет лучше, потому что нам предстоит преодолеть ровно 10 подводных кочек. Кто сегодня доезжает до конца, получается, зарабатывает больше баллов. Но каждая яма увеличивается все глубже и больше с каждым разом, чем мы будем дальше по ним ехать. Итак, у Паши там мотоцикл. У меня реактивный Nissan. Ты понимаешь, что вот эти две тачки это идеальные победители для этого эксперимента. У тебя первый уровень не преодолеется. Смухлевать? Не знаю, у тебя не получится. Раз, два, три, погнали! Опустились! Ой-ой-ой! Кстати, ну-ка стой! Понял! Какого фига, Паша? Эй, что ты задумал? Слезай! Нельзя! Давай!
Чуваки, я думаю, так точно не считается проходить. Паша, ну тебе вторую попытку точно делать. Это была хорошая попытка, чуваки, но теперь я буду Пашу контролировать. Давай, далеко ты не уедешь. Едем аккуратно, едем. Итак, вода, опускайся. Воды очень много. Капец, как? Я проехал. Не понял. А я могу тебе, кстати, помочь. А что так много воды-то? Ребята, я боюсь ехать. Так, раз, два. Три, вот, воды мало. Паша, аккуратно. О, ускорение, погнали. Куда? Что? Глайдинг. Да ладно. Нет, какой глайдинг? Ладно, еще одну попытку даю тебе. Подожди, вот если реально за борт улетаем, получается, по дополнительной попытке. Оп. Окей. Давай, пожалуйста. Только не утони. Пятый балл. Аккуратно. Нет, 5 баллов всего. Я почти это сделал. Чуть-чуть не хватило буквально. Ладно, чуваки, 5 у меня. А у Паши попытка там. Ну-ка. Я газую, Я смотрю. Нет. Один, максимум реально один уровень. Так. Нифига себе. Ой. Хорошая попытка. Тихо. Что? Реально загладил. Как так? Я говорил, Матик, сила! Что-то ты криво летишь! Да ладно! Нет! И 11! Нет, 11! 11! А у меня 5! 11? Хорошо, у нас еще гиганты! Вот тут, чуваки! Точно моя тачка будет лучше, потому что вода даже не потопит колеса мне! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Смотрим, садимся, залезаем наверх! Все, тебе пошел, ты хана. Понимаешь? Мне! Это тебе хана! Разгон! Погнали! 2-3, поехали! Да ой! Тихо! Все! Эй, Паша, не надо! Нет! Одна попытка у нас! Ты что делаешь? Тебе хана! Трындец! Так, ребята, брейк-данс танцуем! А я не помешусь! А можешь мне посередине ехать? Я тут поеду и слева, и справа, тогда аккуратно! Слева, смотри! Справа, вообще, гигантские тачки не могут потонуть, потому что просто не хватает... Чего? Застрял? Я уже думал, утопился. Смотри, 4 балла. Идеально! 5 баллов, ребята. Идеально. Даже не потону. Идеально. Да мотор-то как? Сверху. Ты слишком большой, да. Высокий. А ты. Он уходит под воду, чуваки. Вот в чем плюс моей машины. Я еду. Идеально. Ну, я-то победитель, Паша, это победитель. Так, у тебя уже есть 11 баллов, тебе больше не надо. Смотри. На то я быстрый. Какого фига он проезжает? Так, я еду аккуратно, я еду нормально. Ты понимаешь, читерская машина у меня просто сегодня. Аккуратно. У меня читерская, у тебя как? Я не понимаю, Паша, и так на кабриолете едет, уже утопиться должно быть. Давай. Нет, я всплыл, но я еду. Вот и всплывай. Меня утаскивает под воду. Нет. Она заглохла. А я потонул. Почему? Я тоже. А как? У меня колеса забагались. У меня колеса сквозь текстуры прошли. Так, чуваки, у меня получается 9. 9. 11 не получилось. А у Паши у нас сколько? 10. Ну, слушай. Нормально. Пока что тут ты меня побеждаешь. Ладно, ребята, остается финальное испытание. Ну, а пока, ребята, я по баллам лидирую. Причем значительный отрыв такой нормальный у меня. Смотрите, у нас уже есть эксперимент ямы. Тут начинаются ямки с каждым разом увеличиваться. Сначала идут маленькие, потом средние, потом в конце вообще гигантские. Но вы и так знаете правила. Огроменные. Да, поэтому давайте узнаем, кто лучше тут проедет. У меня также есть реактивное преимущество. У Паши преимущество глайд. Это то есть полет на байке. Итак. Yes. Ага, едем тогда одновременно. Я на своем Nissan GTR реактивном, спортивном, супермощном, опупенном, трендолетном. Ну а Паша на мотоцикле готов сразиться. Готов, как обычно. Раз. Ну-ка, я тебя сдую сейчас. 2, иди сюда. Нет! 3, погнали, оба. Так, первый дроплив не почувствовал. Паша тоже не я почувствовал. Тоже. Все, я не дальше. Погнали, вторая яма. Идеально. Ты смотрим. Слушай, а у тебя может и не получится загладить. Давай. Тихо, все посмотрим. Не, нормально. Офигеть. Это пошло не по плану что-то. Я засмотрелся. Вторая попытка, ребята. Перезаезд. Нормально у меня. Так, едем быстрее. Паша, я ловлю тебя. Оба, здорово. Давай. Хорошо. Вопрос один. Сможешь ли он реально загладить в конце или у него не получится? Так, и нормально. Я, да, нормально. Смог. Но у меня-то есть реактивный ускоритель. Я могу даже тебе помочь. Иди сюда. Оба. Ой, Паша. Тихо. Нормально. Я падаю. А у меня получилось. Ребята, сейвимся. 3, 2, 1 и усна. Обочки, идеально. Слушай, а как ты упал? Из-за чего? Из-за меня, что ли? Я просто не долетел. Ну-ка, ребята, последний. А, нет, предпоследняя яма. 3,
2, а 1 ускоритель копим без ускорителя. 4 балла тоже неплохо. Да, 4 балла, а у меня, ребята, 7, должно быть 7. Так, ускорение, ускорение, давай ускорение. 3, 2, 1, копись. Разка, дваска, триска, и вот сейчас, погнали, давай. Пожалуйста, 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 да лети. Давай, 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 да! Прям на грани долетел! Чуваки, это 7 баллов, да! Причем это довольно круто, реактивная тачка, до конца еще не долетали вроде бы. Так, чуваки, ну что ж, у меня 7, а у Паши сколько? Ты посмотри, 4 балла! Ну и тогда сразу перейдем к нашим финалистам. Это вот такое BMW-ка у меня, ребята, и у Паши Ламба. Готов? Я отыграюсь! А почему у меня колеса кривые какие-то? Можно мне... Во, нормально выровнялись. Раз, два, три, погнали! Так, нет, под колесами не суйся. Давай, 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 проезжай. Ой, чуваки, а как упасть-то? Ну-ка, ну-ка. Ой-ой-ой, у кого-то проблемы начинаются. А ты не помещаешься даже. В смысле я мешаюсь? Давай, давай, езжай, Паша, езжай. Я говорю, не помещайся. А, не помещайся. А как мне проехать через тебя? Опа, тихо, тихо, садимся. Нормально, нормально, нормально. Ребята, набираем скорость. О, этого я не планировал сделать. Дрифт. Так, 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 так. Стой! Не-не-не-не-не. Задний ход, задний ход. Я лучше возьму скорость побольше. Давай, Паша, давай. Пропускаю. А я вот уже разгоняюсь. Давай, да. О! Что? Пролетел? Я думал, не сможет. Да, так, неплохо. Давай направо. И вот так. Головой. Ой, 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 подожди. А у меня проблемы. Раз, два, три. Так, нормально, выехал. Итак, аккуратно, полный вперед. Давай, давай, давай. О, нет, минус мой бигфут, он трамплины. Не чувствует. Паша! А, и тебя тоже не чувствую. Стой! Не-не-не-не-не. Не-не-не. Да это трындец, ты что там встал? Ё-моё! Чуваки, ну почти ж до конца доехали. Ай, а я могу выехать, а я могу выехать аккуратно. Не бери! 5 баллов. Да, ой, я застрял. Пятерка, тоже неплохо. Пятерка, а я... пятерка. Сколько, сколько, сколько? Да ладно! Семерка! Это 7 баллов! О май гад! Серьезно! Ну что ж, чуваки, давайте подведем итоги и посмотрим, у кого баллов сегодня больше! Ну а теперь, ребята, завершили мы свои подсчеты, и у меня получилось сегодня заработать 152 балла! А у тебя сколько, ну-ка? А у меня 135! Да! Получается, моя коллекция чуть-чуть оказалась круче! Ну что ж, чуваки, а на этом последний ролик 2023 года подходит к концу! Давайте сегодня наберем максимальное количество лайков под этим видосом, чтобы проводить этот год по полной! Ну а также хочу вас поздравить с новым наступающим 2024 годом! Чуваки, хочу вам каждому пожелать счастья, здоровья, чтобы в этом году вы никогда не болели, ну или болели только немножечко, маленькую такую тютюлечку. Ну а еще, чуваки, хочу вам пожелать хороших, даже нет, отличных оценок в следующем 2024 году, чтобы они были просто на максимальном уровне! Это вот такое у меня желание для вас! Ну и также желаю, чтобы ваши желания и цели исполнялись в новом году, и вы их добивались. Так что, чуваки, всех поздравляю еще раз с новым 2024 годом! С новым!